I need a drink. I need a drink now. Oh, motherfucker. Oh, bitch. Oh. Hello, guys. With you, Beristov Ivan. And now we are playing on the Grand Theft Auto 5 online. And we on the train. Бань, а теперь тебе такую вещь скажу. Я почти с его же скоростью двигаюсь задом. Your car is very strange. Hey, boy. Ей, дед. Ай-яй-яй, смотри где. Блин. Смотри, ты видел, где я стою? Меня перевернули. Ты видел, где я стоял? Ты, ты нас догонишь? Да, догоню. Блин, я отсюда уйти никуда не могу, я тут застрял. Могу, конечно, прыгнуть попробовать. О, привет. Поезд по-любому приедет, потому что ты на нем, так что иду искать, где спрятаться, заныкаться. Ладно, я тогда это попробую сделать следующее. Я его как у ребят лагала, эта штука. А хочешь внутрь? Да, хочу внутрь. Я уже подал, помнишь? Блин. А как она в них лагала? Там, короче, это, там надо перелезать туда-сюда, и как тебя запихнет. Да, я уже пробую, что меня не перепихнет. Вообще он здесь должен меня запихнуть, походу. Ну как-то. Ай-яй-яй, я спрыгнул! Вань, Вань, этим мы доказали, что. Ты издеваешься, сейчас же поезд исчезнет. Блин, Лёх, все, не успею. У него мало вагона. Сейчас, значит, я его буду искать. Главное, смотри на него все время, чтобы он не исчез. Не могу, он сейчас уедет. Совсем уедет. Совсем уедет. Совсем. Все, все, ну вижу его. Здесь он успеет за тобой? И за ним. Далековато я от него, да? А, давай, быстрей. Обгоним его? Тормози! Такси, это такси! Быстро залез. А, я помню, давай, быстро! Он еще не пропал, Че, он вообще пока это, я его повижу. Давай, детка, ну догоним! Это такси, кстати, да? Я, кстати, могу ее, кстати, так покрасить, чтобы такси было. Обгони. Давай, сделай, слышишь, ее беленькой и с этой самой, да. Блин, сегодня очень неудобно будет. Газуй, быстрее. Нужно на ногу сильнее обогнать, чтобы я запрыгнул. Все, стопэ, тормози. Мне хватит. Так, отлично. Все, Леха, теперь жди. Сейчас я должен на него запрыгнуть. Ой. Тебя сбило, да? Да, что-то не ожидал. Бля! Ты что, не залез? Я давай еще разок, где? Ты что, издеваешься? Мне не дает. Быстрее, я пока за ним бегу, давай. Давай, быстрее. такси едет. Где там? Я не могу, видишь? Я пока на него смотрю. Где ты? Ох, красавчик, давай, я уже тут. Погнали, да садись. Давай, куда ты? Дверь открыта, он садится, открывай дверь. Блин, нет, не пропадай из виду. Да не пропадет, Лёх, он слишком с большой прогрузкой. Что-то GTA 5 от Nissan. В прошлый раз он пропал как-то. Куда, детка? Нет! Жопу, давай на него прям! Давай! Говно! Слышь, ел, давай попробуй, там еще есть горы. Нужно сказать. Или горы, или какой-нибудь бак. Ты это видишь? Ты думаешь о том же, о чем я? Давай. Спрыгнем на него, детка. Давай, мы сделаем это. Смотри на него, чтобы он не пропал. Смотрю. А давай спереди. Как по хардкору. Подожди, Лёх, он уже едет. Не успеем. Я вижу. Успеем. Нас ровно один шанс. Это хардов будет, Лёх.
Давай! Погнал, погнал, погнал! Жух! Хреново. Блин, не рано сказал. Ну, у нас разгона не было, видишь, меня даже не было. Потому что ты мне рано сказал. Вон, вон, на том холмике. Давай, газуй и на этот холмик. Ай, ёп. Слушай, может серии нарезать? Слушай, может серии нарезать и сделать такую наклеечку? Ну, так и надо делать, блин, неужели ты только это сейчас понял? Да не, так с GTA-шкой делал. Их не особо смотреть. С пятеркой так и надо делать. Не знаю, по-моему, те серии у нас и угарные полностью были там вырезать. Блин, Лёх, так не распрыгаемся. Сейчас уверен? Ну давай, попробуй. Блин, проехал уже. Ага. Вот эта хрень, она бы жестко помешала. Вот отсюда. Не, не получится. Я с моста имею в виду. А, там открыл. Отсюда не выйдет. Хотя, вот так вот, да, и на него. Разгон маленький. Да, совсем. Так было бы офигенно. Вот сейчас вомнемся в него. Вомнись в него. Да ты хотел. Остался. Ну какой стачка. Ты надо фильмы снимать. Кстати, а где уже есть? Успеть. Фильмы? Сейчас я сделаю фильмы. Где снимать эти камеры? Успеть. Нет. Ну, а не как снимать личную камеру у нас делать? Ох, я не знаю. На тапом. Слушай, мы уже целый круг сделали. Кстати, тапом менять эти оружки. Целый круг уже сделали? Или нет? Да нет, ты чё, какой целый круг? Нет. Не целый. До целого еще пока рано. Кстати, меня хорошо слышно, микрофон валяется. Вообще нормально. Не, отлично. Так, ладно, говори, если я начинаю слишком далеко, сразу говори мне. Братух, пока. Че, ты будешь лезть на него? Я еще залезу. Смотри, вот ты вот на меня смотри, окей, потом. Аж я тут такую хорошую точку нашел. Хорошо. Вообще идеальную. Ну давай, детка. Вань, все, готовься. Я на нем. Готовься. Ты видишь меня? Where are you? Yes, of course. You're my friend, you're взорвайся. Ладно, ищем другой транспорт. На нем, да, ищем. Здесь на нем? Да. Далеко? Сейчас, это просто машина еще. Брюси, заткнись, блин. Ай! Бля. What up, motherfucker? Drink. Motherfucker. Ой, хорошо, не переборщу. Хорошо. После пятой рюмки заговорил на русском. А теперь мы пойдем. Надо идти. Ух. Ём, надо, знаешь, такой вид сделать. О, мадафака. Пригласите меня. Ты уже приглашен. Будни алкаша. Что тебе надо, женщина? Ух, монстр. Ух, лаги. Ой-ой.
Я на эпазе. Давай, сейчас прыгнем, и я вот так сделаю. А она выпустилась или нет? Поезд! Давай, пусть она собьет. Успей, нет. А что ты не стреляешь? Он мне дверь снес. Слушай, как же меня он прет. Тормози. Давай сделаем так, чтобы он нас вмял. Ну, сбоку подъедь, ответь. Я хочу. Едь левее. Ответь левее. Ой, правее, извини. Правее. Подожди, дай ему, дай ему нас обогнать. Лёха, подожди, дай ему нас обогнать. Нет, я хочу просто одну вещь сделать. Дай ему нас обогнать. Чё мне даже тут облагает? Тут ты не должен облагать. Нет. Блин, офигенные штуки, меня вообще радует. Так, где-нибудь надо до куда-нибудь доехать. Где-где-где? Ай-ё-ё-ё, мадафака! Кто не скачет, тот москаль! Иди салом торгуй! Ха-ха! Ну, понимаешь, что ли, Лос-Сантос? Тих-тих, ты слышал? Что? Слава Украине! Героям сала! На меня за что попал? Ох, ребят, мне лучше. Нет, мне все еще хреново. Не, знаешь, так. Вот так надо. Ребят. Лех, сорян. Ему теперь фашин проветривает. Откройте окно. Блин, катапультируюсь. Спасибо. Это ж как так можно. Потому что жрать меньше надо. Валь, можно тебе еще раз питаться? Ты трубку возьмешь, урод? Выключи свой микрофон, тупой. Алло. На-на-на-на-на. Ты микрофон здесь выключи. Привет. Слышь, ты? Ты развеешь, а ты же мне звони. Не поговори. Микрофон выключи, урод. Наглость. Красавчик, так этого ублюдка. Не, а я специально муж попустил, не хотел бы. Слышь, ты чё, здесь типа главный, да? Ты главный тут, да? Тебя спрашиваю, ну чё, на сопырку свою выпучил, а? Как оскрывайся? Отвечай, чё смотришь? Где машина моя, я тебя спрашиваю? Машина моя где? Ну чё уставился, типа не при делах, да? У кого движок? Слышь? Ну ты чё отвернулся совсем уже? Короче, пока. О, как королю мне дверку открывают. Здоров, пацаны. Слышь. Оп. Эй, брат. А если это... Ух ты, говно тупое!
Бля. Ну так, сегодня мы попробуем заняться парашютизмом. Парашютизмом. Утром, в ясное утро. Это офигеть вообще, мое любимое просто. Поэтому я настройки подтверждаю. Так, давайте пригласим. По данной сессии у нас здесь как раз двое. Значит, давайте... Нет, лучше так. Список друзей, значит, мы сделаем вот так. Разрешите обратиться. Да? Вот так вот, короче, и вот так вот. Короче, брат, все отлично. Теперь ждем, когда они к нам подсоединятся. Возьму приглашение, и мы погнали. Давайте, ребят. Так, отлично, Лёха тут, и Руся тоже входит. Супер. Я такой лох. Ну что, ребятки, отлично, Руся тут, Лёха тут. Все, погнали. Выключите свой микрофон! Микрофон! Так-то лучше. Все, готовность к игре, ребят, прописываем. Ну чё, я еще ни разу этим не занимался. Лёха, у Лёхи там прокачанный скилл. Руся, походу, тоже этим еще не занимался. Ну давай, прыгай. Ну, давай, еху. Блин, не-не-не-не-не-не-не-не. Один воп. А, так. Давай. Отлично. Я просрал. Ладно. Сейчас все еще будет. Ребята, это мой первый раз. Поддержите меня. Сафа, бич. О, как-то вообще по хардкорчику пошли. О, детка, да, давай. Уи! Псаны. Там, я смотрю, кто-то пригандошился уже, да? Да, детка. Второй? Да какого мадафака? Дубль два. Не, ночь нам не надо, нам надо утро. Утро это всегда круто. Ясное утро это всегда просто обалденно. Погнали. Ну что, там не все еще, ё-моё. А теперь все, все, погнали. Так, да, я очень красивый, поэтому готов к игре. Ох, такой брутальный. Блин, утром вообще офигенно, такие вообще виды. Ох, да, детка. Один. Готов. Бичуем. Не сбей меня. Чё-то вообще по хардкору. Да ладно. Чё, серьезно что ли?
скажем водке мы дружно, да. Мы из России, и эта херня. На парашюте мы спецназ. Мы летим в Америку на вас. Тран-дан, тран-дан, тран-тра-да-дан, тран-дра-бадан. Это что, теперь резко вверх надо как-то? А куда дальше? Отцепляй крашу. Иди ты нафиг. Я как раз сделал полный оборот, пока долечу до него. Да? Ну, где-то так оно и есть. Так. Да. Да, детка. Не, давай ниже надо. Ох, нет, пролетел. Хреновенько. Давай, нет, только нет. Нет! Ай, ёлки-палки. Твою мать! Так, ну а теперь полный кайф, чтобы вот вообще напоследочек. Так, погоду мы, точнее, время суток мы ставим утро. Погода у нас ясная. Ясная, это всегда клево. Так, настройки подтверждаем. Так, теперь нужно пригласить друзьяшек. Друзьяшки, это всегда круто. Так, приглашаю, значит, Лёху и Русю. Так, Русь тоже по приглашению. А, отличненько. Так, сейчас ребятки подтвердят настройки. И, наверное, это будет последнее на сегодня заданец. Но оно будет трэшовое. Полный кайф — это всегда трэш. Трэш, наркотики и истребитель. 10, 3, 2, 1. Погнали. Ну чё, кто будет? Давай, слышь, Русь, давайте либо вы вдвое на истребителях, либо давайте... Не, давайте, знаешь так, короче, двое убегают, один на истребителе. Кто будет на истребителе? Кто лучше всех пилотирует? Ну, давайте как распределили, короче. Всё, как распределили. Сейчас нас Лёха вздрючит. Русь, вдвоем не поедем. Ладно? Мой первый Санчес! Ох, блин. Это моя любимая трасса. Погнали. Он сейчас до нас быстро долетит. Ему тут с базы вообще ехать. По-моему, ясно. Один единственный стол, блин. Ох, детка! Ох, детка, он тут! Все, он пролетел. Блин! Значит, ко мне летит. К тебе, конечно. К кому же ему еще лететь? Так, я снова на дороге. Елки! Рядом! Тебя взорвали? Рядом! Он возвращается! А-а-а! Что будет в стиле Майкла Бэя? Что-то как вообще все плохо. Так, ну он улетел. Твою налево. Твою мать.
чего вы на месте стоите? Я упала. Господи, я... Твою налево! Черт! Тачка, стой! Стой! Твою! Что? Ты как? Меня сбили. Ясно. Ну, нас любят, короче, отвлекать людей. Так бы я бы и не уехал в дерево. Ну ладно, фиг с ним. Зато потом будет прикольно, Лёх, мы вдвоем на истребителе. Я, скорее всего, просто в столб впишусь, как и этот. Я за тобой, между прочим, вернулся. Не надо было за мной возвращаться, меня машина сбила, ты прикинь. Не, ну в таком месте, конечно, не мудрено немножко. Так и был задуман. Конечно. Это маневр уклонения. Ясно. И в бассейн, давай. Чувствую, сейчас тебе прилетит. Уже летит. Я не вижу, где он. Да он там между домами петляет, естественно. Нет, он сейчас в город выйдет, в городе его возьми. Ты хочу. Ты за кого болеешь? Блин, за тебя. В городе его, Лёха, мочи, пока он в туннель не уехал. Тут... Ай-яй-яй, слишком мудрено все. Я слишком быстро летаю. Кстати, Русь, ты говорил сажать левую кнопку мыши, да, и можно будет управлять. Это только на вертолете или на истребителе тоже сработает? Это было рядом. Ох. Ты заснял его рядом? Надо как-нибудь камеру зафиксировать. Здесь стоит. Есть? Интерфейс, список, фильтр, камера, вы. Ну да, на вы. Вот, я чисто за тобой буду смотреть. Ну, это давай снимать. Пиши, сейчас он на вторую полезу. Ох, как же я недобно летаю, а. И он сейчас уже не пройдет, уже почти доехал. Я помню эти места. Ох, сзади сейчас будет эпик. Ух, нифей себе! Я записал! Я записал! Я записал! Я хоть его и это записал! Я записал! Я записал! Вообще в столб сломал крыло. Ну чё, Руся, мы возьмем его. Давайте второй раунд, детка. Второй раунд. Это просто мудрится. Как... Вроде, знаешь, вроде под мостом пролетело, а эти столбы не мешаются жестко. Ты смотрел, а Ваня такой сзади стоит, зафейлившийся. Так, а почему? Я же два раунда вроде ставил. Нет, давай что-нибудь другое. Нет, давайте заново еще разочек. А то я что-то зафейлился очень сильно. Русь, давай еще раз бегуны. Или давай мы с Лехой. Русь, будешь нас сшибать? Ну блин, Руся вшибется в первое дерево. Как и я, в принципе. Че ты записал, как я под мостом что ли прилетел? Я заснял, как ты один раз под мостом пролетел, второй раз и... Второй, я просто начал, потом столбы собрал, все, которые были там. Так, вот теперь я вижу, что раундов 20. Нет, я не поставил, походу, я что-то... Ну, еще раз попробуем. Давай, да, теперь я поставил два раунда, теперь мы успеем. Все, погнали. Давай начнем так же, Лех, ты поистребляешь. Истреблятус. Истреблятус. Так, кстати, неудобно немножко управлять, реально. Угу. Пока дотянешься до мышки, ты теряешь намки. Я не на мышке управляю, я через клаву. А ты знаешь, на какую на клавишу малять? Наверное, можно тоже, да? Да, я все через клаву делаю. Я мышкой вообще не пользуюсь воздушным транспортом. На какую ты на клавишу маляешь? Ну, я себе перенастраивал там. А, то есть вдвоем истребитель. А, теперь мы охотники. Чуть я не посмотрел. Да ладно. За кем следил, когда Лёха разбился? Так, ну ладно, заодно я попробую мышку. Так, на какую ты там, говоришь, стрелял? Я там все перенастроил себе. А. Наверное, на плюсик я сейчас попробую. Нет, на пробел вроде. На пробел?
А, да, смотри-ка, реально на пробел. Спасибо. Это неудобно, если я на конвере выкатрал. Да нет, ты знаешь, на самом деле так довольно неплохо. Намного лучше, чем за мышкой тянуться. Так, шасси мы убрали. Что-то как-то очень быстро. Вот именно, я про то же. Так, ну все, слышь, вполне себе удобно. Вот, как только ты в город въезжаешь, то там все, уже начинаются проблемы с истребителем. Да, поэтому мы должны с тобой разобраться еще до города. А, иди сразу скажу, самые наводящиеся ракетки, они не долетают, они раньше. Они, короче, сзади уже взрываются. Ну ладно, фиг с ним. Ну, все равно прикольно. Так, ну, вон ты там. Сейчас. Он взорвался, что ли? Нет. Ох. Давай, перелетай там. Ну слава. Это я. Что-то ты перелетел, я смотрю, Ваня. Я знаю, я разворачиваюсь. У меня с управлением, как ты знаешь, не актив. Да что ж такое-то? Мы еще лаги пошли. Слышь, в город я въехал. Так. Ух, ты сюда вообще нереально петляет. Я теперь помню, что ты говоришь, что неудобно. Знаешь, я заранее сейчас вперед улечу, чтобы тебя... На джойстике надо, вот. Тут уж легко на джойстике. Да, сейчас тебя здесь в городе перехвачу. Я знаю, что ты по этой дороге должен поехать в итоге. Сейчас тебя перехвачу здесь в городе. Так, я скорость сбрасываю. Ну не так, конечно, прям сильно, но скорость надо сбросить. Где ты там? Это было рядом или хоть чуть-чуть? Сзади меня точно. Все время сзади меня. Кто-то взорвал. Нет, это нормально. Нифига себе. Так, ну... Все, что я могу сказать, я сейчас как лов буду, короче. Только я так могу ехать. Блин, двигатель, не говори мне этого. Перетормозил, да? Ага. Ну, бывает. Блин, ты так петляешь, пипец. А ты чё хотел? Блин. Ну ты понял, я просто не успел даже. Так, ну здесь я не вылечу. Поэтому дай-ка я здесь развернусь. А ещё с моим... Ясно. Только хотел сказать с моим навыком пилотировать. Все, мы сейчас от тебя уедем, братух. Я уже видел, как... Ой, моя тачка проехала. Сами себя быстрее убиваете. Слышь, я только сейчас надел шлем. Йоу. Майкл Бэй. Йоу. А что, Руслан вышел вообще? Да, кстати, а где он? Хотя он же наблюдал вроде. Да. А, может, он в наблюдениях? Ну давай тогда кто кого. Давай. Потом наркоманская миссия. Ты меня сейчас взрываешь, и мы выигрываем. Здесь просто победа явно за тобой, потому что даже если я сейчас выиграю, будет следующее. Мне опять дадут истребитель. И я на нем взорвусь к фигам. Ох, ребятки. Короче, меня слышал там, да? Ой, вырубись, пожалуйста! Эх, мне бы, Вань, мне бы гидру какую-нибудь, которая это... Да, которая зависать умеет. И все. А вот фигли. Или танк. Сейчас мне чувство прилетит прям с первой ракеты. Где это мой любимый столбик? Ох, да, это опасно, пипец. Ой, блин, без... Не-не, я на мышке не умею. Она, конечно, плавнее, но я не умею. Да, там пилотировать сложнее. Там надо именно научиться. Кстати, управлять. Я так и не попробовал на мышке попилотировать. Ох, вот это небо здесь красивое сейчас. Я всегда утро ставлю именно за пейзажи, они офигенные.
Ночью тоже красивый пейзаж. Не, мне все равно утром больше нравится, если такое солнышко. Что-то скоро, думаю, попа будет мне. Надо бы срезать. Ой, попа едет, Вити. Ох, детка. Нет. Hard level. Следить на карту за тобой, на дорогу и куда мне еще ехать в придачу. Да. Так, газуем. Слушай, а я что-то не мог подняться. О, детка, я победил. Слушай, я двигатель вырубился. Бывает, как у меня, да? Не, он как бы горел, но почему-то я все равно не мог подняться. Ну все, короче, я сейчас просираюсь, и мы с тобой это сами. Пошли в наркоманскую миссию, больше не хочу. Давай, сейчас это, сейчас будет последний раунд, потому что... Все, ты же два раунда ставил. А, потому что у нас это самое, нужно, чтобы победитель был. Сейчас последний раунд, должен быть я на истреблятусе и взрываюсь я, по-моему. Ну вот, смотри, сейчас мне дадут истреблятус. Ну блин, слышь, я сейчас расфигачусь быстрее, чем тебя вообще долечу. Ну, может, тебе из этого пулемета подбить попробовать, кстати, как идейка. Да, я такой накачанный, детка. Ты мышкой не сможешь меня на пулемете подбить, только на мышке. Ну я могу, знаешь, я... Нет, ну я мышкой не буду, мне и так кнопочку надо. Ну давай, погнал. Устал, милый, да? Устал, милый. С кем не бывает. Давай, включаем движок. Ты знаешь, чтобы для плавной маневрировать, ну, чтобы плавно маневрировать, можно шасси выпустить. Не понял. Ну-ка, объяснись-ка. Сколько? Ты что вообще творишь? Блин, они не долетают. Вообще не долетают. Ты тупо обратно, чтобы ехал? Блин, кого-то сбил ничего. Я там еще кого-то сбил. Ты теперь будешь по аэропорту гонять, да? Ну как, жестко было? Вообще не. Вообще никак, будто я том же. Я хотел выпрыгнуть, потому что там уже было бесполезно. Ну ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите продолжения. Мне 10к дали за мою наглость. Пока-пока-пока.